У вас сегодня праздник. Василиса, звездочка. Сегодня 8 месяцев. Да. И я так понимаю, что праздник Василисы, ну, по крайней мере, сегодня решил все проблемы. Или это временно опять перемирить? Проблемы с кем? С мамой, с Аленой? Я про Алену. Нет, мы не помирились. Мамочка сегодня с Аленкой пришли, просто поздравили Василису, подарили ей игрушку. Да, подарки дарили. И я пригласила, говорю, мы сегодня вот позже будем садиться за стол. Я вас приглашаю, приходите. Вы тепло общались утром, по крайней мере, на фоне последних ваших разговоров. Сегодня это прям оттепель какая-то была в этом доме. Или Олечка, это... я правда не заметила. Именно со мной они никак не общались. То есть они больше как бы пришли Василису поздравить. Ну, спасибо большое, нам приятно. Но когда их пригласила сюда сегодня вместе провести время, вместе отпраздновать праздник Василисочки, мама сказала, Оль, нам некогда, мы по делам едем. Ну и все. То есть они не придут? Нет, не придут. Ну, у них, видимо, важнее дела. Нельзя как-то. Не, ну я, знаешь, могу. Может быть, не стоит вставать в позу? Да нет. Я-то нормально все. Я отношусь как бы к этому сейчас спокойно. Ну смотри, одно то, что они пришли после таких слов, сказанных вами, да, это тоже сильно с их стороны. Может, не ковыряться в этих проблемах. И просто стараться в такие приятные событийные ситуации, да, в вашей жизни. И просто идти мы друг другу навстречу. Мы так никогда не разберем проблемы. У нас будет постоянно одно и то же все циклично. Потому что, если я сейчас скажу, что я опять виновата, я не права, мы не сдвинемся с места. Будет... Мама и хочет с Аленой всегда быть, они правы, они никогда не могут признать ошибки. Я вчера, Олечка, уже извинилась на лобном перед Аленкой, там, сказала маме, что я ее люблю. Это даже не помогло. Я уже не могу, я плачу. Скажи, что ты переживаешь, что это не оценится. Это не оценится. Да я сказала это. Я все равно буду плохой. Я буду все же плохой. Так и говори об этом. Мной пользуются, вот и все. Нет, почему, Оль, если Алена вылетает из конкурса, все равно косвенно в этом вина твоя есть. Нет, я себя не считаю виноватой. Я и так достаточно помогла. Чем смогла, помогла. Почему ты не хочешь быть выше всего этого? Защитить, поддержать, всегда помогу. А зачем тебе благодарность их? Ты сестра. Ты делаешь то, что ты чувствуешь от души. Mm-mm. Как сестра старшая. Помоги своей младшей. Нет, я не чувствую, чтоб со мной роднились. Я не чувствую сестринской любви. Ты не чувствуешь, а мама сказала, что ты завидуешь Алене, что она не чувствует твою любовь как раз к Алене. Пусть у каждого своя правда. Хорошо, пусть будет так. Если им все мало, сколько для них сделала, пусть останется на их совести. То есть получается, такой ваш праздник не повод, да, все забыть? Они вдвоем прекрасно. У них нет вот второй дочери. Алена отказалась, говорит, я сестру потеряла здесь на проекте. Это было 2 дня назад. Как это можно легко отнестись к этому? Как я могу вообще просто вот забыть это все? И мне, говорю, вот это в душе сидит боль. Меня постоянно распинают на лобных. Я говорю, хочу эту проблему решить. Меня всегда делают виноватой. Но она отказалась от тебя тогда, когда ты сказала, что я выступать за Алену не буду. Но... А тут все в целом. Оля, тут не только из-за секунду, этого. Оль. Дима, ты как раз таки был... Подожди, Олечка. Ты как раз был за то, чтобы Оля поддержала свою сестру. Да, я был за то. Тогда, в тот момент. Но уже поздно. Нет, не то, что, знаешь, я и за то, что, правильно ты говоришь, лучше даже несмотря ни на что не ждать никакой... ничего. Да, взамен просто... Конечно, просто делать от души. Да. И не важно, оценится, не оценится, конечно, вот я об этом говорю. Вот смотри, Дим, если бы у тебя была такая ситуация, ты бы помог, ты бы сделал от души. Ну я же помогал, и я помогаю. Я прекрасно понимаю. Я и предлагал свою кандидатуру, но ты изначально мне сказал, что нет. Но Оля, знаешь, что больше обижает? Что есть 2 сестренки родные, кровиночки. Неважно, да, пускай разные папы. Ну, как-никак, это не делает с того, что они 2 сестры. Она ждала, что не ты из подачи ведущая, ты скажешь, Оль, а ты будешь за место Алены, ты можешь принять участие? А она хотела, чтобы Аленка подошла к ней. Что, чтобы что-то изменилось бы? Изменилось бы. Я говорю, изменилось моментально. Алена подходила. Нет, она не подходила. Ой, разве не подходила? Нет, после лобного момента, после того вот это, после вот это ушла. А до это она не подходила? Нет. А после это? И после это они пришли. После это подходила. С криками, орами, квартира. Для них квартира важнее, чем сестра. Я все сказала. Меня нет для них. Я не хочу
о них говорить. Не заводись. Оля, нет, я сказала, у меня сегодня праздник у Василисы. Хватит, хватит меня терроризировать. Не заводись. Хватит. Не кричи, подожди, мы просто разговариваем. Хватит, у меня нервы не железные. Оля.